Карантин из-за роста заболеваемости гриппом ОРВИ введен с сегодняшнего дня на Камчатке. Там запрещены все массовые мероприятия, но необходимости приостанавливать работу образовательных учреждений нет. Закрыта только средняя школа в селе Тигили и несколько групп в детских садах Петропавловска-Камчатского. Карантин действует в стационарах и роддомах Владивостока. Посещения пациентов ограничены. В Бурятии тоже растет число заболевших, но эпидпорог не превышен. Между тем, медики напоминают, в этом сезоне вирус опасен осложнениями. Самая частая пневмония. Легче всего грипп переносят те, кто осенью сделал прививку. Вакцина, которую используют сейчас, действует от всех штаммов.